Всем привет! Сегодня сделаем оригами хлопушка из бумаги. И для этого нам понадобится простой двойной лист бумаги и школьной тетради. Эта хлопушка очень легко делается и очень громко хлопает. Итак, берем двойной лист из школьной тетради. Вот снизу у нас открывается листочек. Теперь складываем листочек на бок вдвое. Раскладываем листочек обратно. Теперь возьмем одну верхнюю страницу и перевернем ее на другую сторону. И теперь загибаем боковые стороны к центральной линии с обеих сторон. Вот так загнули один уголок и загибаем с другой стороны такой же уголок. Получается вот так. Теперь переворачиваем листочек обратно и перевернем листочек на другую сторону. Перевернем листочек верхний на другую сторону и снова боковые стороны загнем по центральной линии с обеих сторон. С одной стороны загнули. И с другой стороны загибаем такой же уголок. Получается вот так. Теперь листочек переворачиваем обратно. Получается вот так. И теперь сложим листочек на бок вдвое по центральной линии. Хорошо наведем. Получается вот так. Теперь можно листочек развернуть вот таким образом. Теперь вот эту сторону загибаем к этой стороне. Берем верхний листочек и загибаем его на бок, к боковой стороне листочка. Хорошо наводим. Получается вот так. И раскладываем листочек обратно. Теперь перевернем листочек на другую сторону. И снова вот эту сторону загнем к этой стороне. Хорошо наведем и перевернем листочек обратно. Теперь поднимем один листочек вверх. Вот так. Раскрываем листочек. И сверху придавливаем. Листочек расплющивается. И хорошо его наведем. Перевернем листочек на другую сторону. И теперь с другой стороны поднимем листочек вверх. Расширяем середину листочка. И сверху листочек придавливаем. Листочек расплющивается. Наводим. Переворачиваем листочек обратно. Теперь сложим листочек вдвое. И хорошо наведем. Теперь наша хлопушка уже готова. Берем ее вот за эти листочки нижние. И нужно хорошо махнуть. И тогда хлопушка очень громко хлопнет. И теперь наша хлопушка уже полностью готова.